В 29 школах Волгограда и области сняли карантин. К занятиям в очном формате ребята приступили 7 февраля. Ограничения все еще действуют в 61 школе и 2 детских садах. Дистанционно продолжают заниматься отдельные группы 102 школ, 15 детских садов и 1 колледжа. Напомню, карантин в учреждениях объявляют в случае, если острое респираторное вирусное заболевание диагностировано у более чем 20% детей. Также в образовательных организациях действуют традиционные меры профилактики. Школьникам измеряют температуру, в помещениях обеззараживают воздух и используют средства дезинфекции. Эпидобстановку контролирует профильное ведомство.